А вон мужика с сахаром еще. А где вы сахар-то взяли? И сколько там можно в одни руки? Две. Две всего? Две в одни руки, посмотрите, сколько сахара лежит. Три пачки всего. Стоят, ждут все там. Мы первые. Да, давайте. Это, руки в кус. А там больше нету. Все вы хотите получить. Давайте я вам все отдам, а другие будут стоять. Без ничего. По одной, значит, по-братски. А что там, 5 пачек? Ну, посмотрите, сколько там. 5 пачек. Прижи всего одну упаковку. Упаковки 10 штук было. Одну бери, сейчас схапну. Вон три пачки лежит, все, больше нету. Спасибо. Все. А когда еще? Все, больше нет. Спасибо большое. У нас маленький магазин. Он рассчитывает, что нам 10 хватит. Он же не знает, что ажиотаж. Все знают. Ну, каждый день по чуть-чуть будет, да, подвозить еще, да? Да. Раз вот. В 2 дня машин, каждый раз привозит по чуть-чуть. Ну, то есть через 2 дня в это время примерно, да? Ну, по-разному. Ладно. Пойдем, иди, давай это сейчас рассчитаем. Рублей 79 копеек.